Так, всем снова здравствуйте. Продолжаем прохождение Резидента 4. Ой. И под окнами там опять снова какая-то билиберда, какие-то голоса. Так что, если они запишутся, то это не я. Так, все, тот раз мы закончили замок. Идем смело, попрощаемся с этим. А где он? А, вот он, все, давай. На острове. Я помню, я его как-то застрелил. Не здесь именно, но помню, было дело, да. Не знаю зачем. Может, проверял его как-то, но я помню, я его застрелил. И все, он как бы точку теряет. Его там не будет уже. Ой. Травы насобирал. Гору. Так, работать. Туда я вообще? Да нифига, я обратно поехал наверх. Офигеть, вот это жесть. Ну ничего, такой лифт, конечно, странный. Не сюда, надо вот сюда вот. Оп, дверь сама закрылась. Капать все. Так, тут нас уже ждут. Need a ride, handsome? Okay. Пятая глава. Поехали. Конец главы. Ну что-то 5-1 почему-то не написали. Ну ладно, мелочи. Начинаем остров, блин, проклятый. Мне чем-то он нравится и... кое-чем он мне не нравится. Алло, алло. Вон, кстати, да, чтобы бредом не казалось, можно тут увидеть катерок, на котором мы приплыли. Мне говорили раньше, что если с этого... с этих где-то здесь с угла прицелиться, посмотреть в оптику, можно разглядеть якобы локацию, деревню вот эту вот, где мы начинали. Ну я что-то не это не получалось у меня. Ой, что я делаю, я по лампам стреляю, думаю, что по прожекторам, то есть по вот этим. Тут еще текстур. Все текстурно так и сливается. Можно запросто пропустить какой-нибудь предмет, если не знаешь, что он там есть. Вот такая вот фигня. Тихо, тихо. Разошелся немного. Ну давай, спрыгивай. Обязательно надо подойти к той точке. Почему там не спрыгнуть? Это вот текстурность, блин. Зараза, а? Все сливается. Я так это вот недолюбливаю. О, нет. А, нет, все-таки да. Прожектором надо стрелять. Ну отсюда вот. А тот светит вон, который я стрелял. И так и светит. Так. Сколько много слов? 7. Охренеть. Ну ладно. Никого я пока не вижу. А сейчас. А чё это они на меня не нападают? Где они? По-моему, они должны нападать. Ой, куда-то FPS делся сейчас. Да. Отлично.
вижу. Иди сюда. Иди. Очень хорошо. Ой, это плохо. Какой же он тупой, а? Офигеть можно. Просто тупо стреляет в стену. Как? Ну, конечно, выносливый урод. 15 тысяч? У меня насморк, этот доконал уже. Все перезаряжать. Давай. Так, сделаем. Хорошо, все. Нет, не все, где-то еще кто-то там. Пытаются. Так, что я сюда полез? Ну, и где он? Слышу звон, не знаю, где он. Где? Где ты? Ага, все, давай. Поднимайся. Иди сюда. И музыка сразу затихла. Ну, это верный признак того, что они закончились. Да, надо сюда было подойти. Обязательно. Обязательно. Луч. А, по-моему, там кнопку я нажал, и луч этот. Раз. Да, вместимость бы прокачать вот этому. Вот прям очень нужная вещь. И четвертый резик, безусловно, игрушка хорошая. Так. Так. Я не помню всего, как правильно надо поворачивать, поэтому побегаю чуть-чуть.
Я не настолько все запомнил, прям, чтобы на 100% знать, кто сейчас из угла вылезет, как правильно повернуть под вот эту вот штуку, зеркала эти. Ну, вот так оно соединяется. И ту надо выставить на ту. Блин, по-моему, я быстрее решал раньше вот эти задачи. На запись все равно, когда играешь, что-то не то. Как-то не так. Ой, сильно далеко. Да, вот так вот. Ничего сложного, просто... Вот такая вот задачка маленькая. Так, так. Камушек. Я так думаю, нет? А, да. Ага. А их и нету. Трава зеленая. Я хотел... Не буду создавать. Хотя можно, в принципе. Да. Пусть будет вот так, нет. Так, так и так. О, стоп. Поднимаемся повыше. Так, патрон на пистолет мало. Ну ладно, сойдет. Вон та нижняя платформа. Чё, какая платформа? А, локация. Постой-ка, там пока что пацанчик. Неужели пистолет я потратил? Не может быть. Сюда. Оп. Еще вот так вот. А, по традиции, да. Как куда же без зараженных вот таких уродов. Ну ладно. Пусть он тянется к нам. Ой, какая красивая статуэтка, мне она так нравится. Да ну что такое, а? Есть прекрасная штука такая, как ружьишко. Обожаю ее. Всякие шотганы, ружья. Чё? Взять? Да, конечно. Чувствую себя каким-то командосом тут на острове. Ну, возможно, так и есть. Так, чё-то... Вот сюда. Ага, вижу. Забегали, да?
Куда? Ого, вот это он побежал. Ох, как попало, хорошо. Дело... Ага, ты так решил подождать меня, ну... Хозяин-барин, дружище, хозяин-барин. Пошли. Ой, чё... Ну, ладно, пусть будет. Хотя зря. Чувствую, что зря. Берем. Вон там новая партия уродов. Ой-ой-ой! Таким жестким отпором они меня хотят. Не хотят, а встретили и пытаются остановить. Но они, наверное, не знают, что у меня тоже оружие полно. Ой, чё я взял? Сейчас бы я тут дров наколол бы, блядь. Ничего, возвращаться буду все равно. Так. Да что такое? Да что ж такое? 15. Хорошо. Я особо, по-моему, ему не прокачал, только ружье. Раз. Вот так, хорошо. И ничего. А это плохо. Ну чё ты там, кидай. О, господи. Ладно. Ага, прострелил, да, колено? Ну. Оп. А, этот вышел. А, ну конечно, он вышел. Он заряжен этим паразитом. Все, я надеюсь. Да, и музыка кончилась. Значит, точно все. Welcome. Так, здорово, дружище. У меня много всякой херни. Эти глаза пока приберегу. Карта остров мне не нужна. Киллер 7 тоже сумасшедшая вещь. А тебе что мне нужен? Мне нужен тактический жилет, которого пока он что-то не хочет продавать. А, да, я пока на него покоплю. Мне нужен тактический жилет будет.
Ой, как все дорого. Вместимость зато можно сделать. Блин, что ж делать? Что ж делать? А ничего не делать, копить деньги. Сохраняемся, 20 минут прошло, играем еще. Но сейчас только 5-1. Ой, все сюда. Ладно. Вот они крепкие, а эти уроды. Офигеть можно. Так, открыть. Да, я помню, мы думали, как же туда наверх подняться, а никак туда не подняться. Иди сюда. Что ты там стоишь? Офигеть, какой он крепкий, вот этот вот работяга в оранжевом. Не, ну не серьезно, как-то в таком кейсе и патроны на ружье как-то. Не круто, что ли? Ага, я вспомнил, здесь холодильничек такой будет хитрый, да? Нет, не холодильник, какой? Духовка, может, такая странная. А там уродец такой горелый. Тут все грязное, само собой. Антисанитарные условия полнейшие. Почему вот туда надо ревизор, или как там называется, направлять, пусть они там уборку делают, разгребаются. Вот это будет веселуха. О-о-о. Поработают, так поработают. Так, я вижу там. И меня уже увидели. Ну что ж, иди сюда. И что, хочешь сказать, я сейчас миномет достану, и ты побежишь? Зарядим в него еще один. И тебе тоже, что ты там прохлаждаешься, а? Думал, они повыносливые, ну ладно. Ничего, надо их дождаться теперь. Вот хрень, раз, выпрыгнул. А ты что там простоял все это время? Че, он боится, что ли, не хочет нападать? И молоток у него, конечно, знатный, охренеть можно. Но... Вот так вот. Так, на пистолет, хорошо. Не хочется мне растрачивать ружье свое на каких-то лохов. Так, один из камень веры. Камень веры. Сюда вот в кошечка ставится, в глазик ему. Отсюда правая, так левая тоже. Thank you.
Это хорошо. Самое значимое, самое классное, что посмотреть. Вы слышали эту Эшли? Как она задалбывает? Сколько она раз крикнула за это время? Ну а если она все это время орала с момента последнего похищения, пока я сюда не пришел? Она минимум ебанутая, ребят. Да, я знаю. Вон она, на фотографиях. Похитили дочь. Все дела. Слиток, куда ж без него. Аж 5000. Идем дальше. А, ну стоп. Так, никуда без них. Так, тут машинки нету печатной. Машинки нету печатной. Ладно. Опять у него что-то обновлено там на продаже, я смотрю. Тактический жилет, вот он. Уменьшает повреждение 30%. Да. Просто безоговорочно, да. Мне он нужен будет. Ну, я и без него, конечно, и профессионал проходил там и так далее, но. Еще раз давайте открывайте. Хорошая позиция. Чего они не дохнут? Столько патронов не попало. О! Все. Но это еще не все. Так, судя по звуку. Я сделал вот так. Что-то я близко сильно встал, чувствую. Чё там они это копошатся? О, а ну все. Ну да, что-нибудь. Нет. Жадный. Жадный товарищ. Так, я не знаю, я может потом буду проходить на профессиональном уровне сложности. А почему бы и нет? Почему бы не пройти? И, ребят, что еще? Я потом буду в наемников играть, мне нравится в этой части наемники. Заодно, скажем так, разомнемся. Я давно в них не играл, у меня свои рекорды были. Бронзовые часы, печатная машинка. Что-то я хочу поиграть еще в Резидента, смотрю, полчаса. Надо серию сделать подлиннее, в этот раз. Собирать или не собирать? Собирать. Так, я скоро начну продавать эти, хотя я думаю, что не начну. Я знаю, что дальше будет. Но, опять же, это нормальный уровень сложности, нормальный. Ничего, в принципе, страшного.
особо. А, ну сейчас вот начнется. А вот на профессионале намного интереснее. Самое, что меня бесит во всем, это процесс кодировки видео. Если бы на то пошло, я бы делал, если кодировалось очень быстро видео, я бы снимал, наверное, часовые там серии. Просто если я поставлю, если я, вот он лежит, если я сниму серию в час длиной, я ее буду хер знает сколько кодировать. Ну вот так они должны сойтись. И открывается. Чё это тут? Не лаборатория, а это. Кстати, вот тут очень хорошие записки, почитайте их обязательно, про как раз таки про наших и регенераторов. Ключ-карта морозильника. Ну что? Вот теперь с этого момента у нас начинается игра более настороженная. Хрипящие, сопящие регенераты. Оп. Вот так. И. А, у него это часть туловища осталась все-таки. Ну, первый он такой, как бы, всегда затратный, скажем так. Ай-яй-яй. Еще раз. Он должен получить порцию урона такую большую. Вон он остановился. Все. Дальше как бы будет их попроще убивать из-за, как оно там, инфраоптика называется вроде. Но тем не менее, ребята эти патроны кушают как них, как это, будь здоров, в общем. Видел я версию измененную наемников на там вот эти регенераты и почти что боссы, в общем, там вместо обычных колхозников. Это жесть. Этого тоже дозируем уроном. Боюсь, придется вот так сделать. И все. Он сожрет очень много патронов.
Пока паразиты работают на нем, они очень серьезно ускоряют процесс заживления вот этих ран, восстановления. Сами все видели. Опять там пыхтит где-то он. Вон он нас где идет. Ну, не помню, напалм как действует, хорошо или плохо. Думаю, что неплохо. Так, пытается он набежать, но нет. Как раз хватило. Изумрудики. Все собираем. Ну, с момента установки инфраоптики вопросы будут быстрее решаться с этими регенератами. Так. Ключ-карта мусорника. Вот так вот. Ой, засекретили так, как будто не знаю. Все, конечно, дверь закрыта. Не очень, конечно, удобное расположение, но... Вот так, теперь раз. Вон он. Так, оно... Ага, можно было, значит, с него пулять через стекло. Вон, видите, прям рядом-рядом тут. Снимаем еще паразита и... Нет. Еще одного. И все, без паразитов вот этих, конечно, он угрозы... Вряд ли будут что-то серьезное представить. Но тем не менее, я не слышал только... Ну, конечно, замок освобожден. Все это и боялись этой локации. Я, по-моему, патроны пропустил. Не буду за ними возвращаться, у меня так их много. Время тратить не хочу. Бежим дальше. Все боялись этой локации, вот этих вот регенератов. Я тоже, когда первый раз проходил, не то что боялся, меня не раздражали больше, потому что столько патронов они вытаскивают на себя, что потом просто ни на что не хватает. Ну, потом берешь прицел, инфраоптику и... Как бы все ясно становится дальше. А нет, не хочу. Я хочу глянуть, может быть, за них у них будут какие-нибудь патроны или что-нибудь такое. Ничего. А за этого... Ну, а за этого аж 1400. В
Да, очень плохо у меня на такое оружие, как бы ходовое. Патронов вообще нет нифига. Только на винтовку, по большому счету. Помню, ходили слухи, что этих регенераторов, когда они головы им отстреливаешь, кидаешь флешку, якобы паразит, который там восстанавливает его, он погибает сразу, и регенерат этот умирает. Знаете, что я вам скажу? Я пробовал. Попробуйте. Ради прикола. Ради интереса попробуйте, и потом скажите, что думаете. Ого, он крепкий, так не пойдет дело. Очень он резвый, просто он так физически не может сорваться с места моментально. Сыт. Эту дуру, чё ж ты орёшь, дура, блядь. Столько внимания она на себя привлекает, кошмар. Ой, господи, Эшли, ну ты и дебильная. Я всегда не любил как бы её. Вот за вот эти вот она подставляет нас, по сути. Выдает. Вот чем плоха вот эта винтовка? Если промазал вблизи, вот с такого расстояния, жди удара. По-любому по тебе ударят. Да, вот сейчас я теперь буду тратить здесь винтовку. Потом соберу тех патронов, потом мне не хватит. Потом мне не хватит патронов на регенератов, когда у меня будет на ружье там патроны и так далее. Ой-ой-ой. Я всех прекрасно знаю, у вас как облупленных. Патрон на винтовке. Две. Два. Кошмар. Все, да? Угу. Конечно. Конечно. Третий. Да что ж такое, а? На, твою мать. Достали, блядь. Чмошники. Давай, 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 давай. Не успел. Так, неужели здесь ничего нету? Ни патронов, ничего. Офигеть можно. Одни растраты с этими регенератами. Видели, сколько они повытаскивали у меня патронов? И сейчас их хер пособираешь. По 5 дают, по 3. Что это такое? За семечки какие-то. Так, я сейчас посмотрю, если тут сохраненка есть, да, я сейчас сохраняюсь и серию на этом закончу. Неплохо так сыграли. Все. Потом продолжим. Спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующей серии.